Еще одна версия произошедшего и просьба откликнуться свидетелей конфликта. Мужчина, которого обвинили в том, что набросился на мать с ребенком в начале августа, озвучил, как все произошло с его точки зрения. Разговор с водителем Андреем сегодня опубликовал один из кировских новостных порталов. Напомним, записи с камер видеонаблюдения о конфликте опубликовала изначально женщина, которая утверждает, что вместе с ребенком пострадала от рук неадекватного мужчины. На кадрах видно, что мать с ребенком на велосипеде подходят к машине и вместо того, чтобы обойти ее и перейти дорогу, идут на таран. Позднее водитель машины догоняет женщину с ребенком, но что происходит дальше, в кадр не попало. Можно разглядеть только то, что ребенок почти падает со своего велосипеда. Ранее женщина утверждала, что конфликт произошел из-за неправильной парковки машины и невозможности ее обойти. Против водителя даже было написано заявление в полицию. А сегодня уже сам мужчина утверждает, что никакого рукоприкладства не было. Напротив, женщина сама взяла его за футболку и сама же чуть не уронила велосипед. Кроме того, утверждает, что на машине остались повреждения. Это, говорит, и послужило поводом догнать женщину и потребовать оформления ДТП. Участник конфликта просит откликнуться всех свидетелей того происшествия.